подкасте. Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале Федор Сумкин. Очевидно, но правда, и мы продолжаем прохождение игры South Park. Южный парк. Русский язык. Если бы он тут был. Так. Третий уровень. Так, Барбара Эдди. Не помню, завис. Да, я записывал Барбара Эдди. Барбара Эдди я записывал, но на всякий случай я еще раз запишу. Да, все отлично, я записал. Нет, сохранять не надо. Я, пожалуй, сам сохраню. Так. Оп. Операция, опять же, Turkey Bot. Search and destroy, clear out the turkey layer, eliminate the leader. Что-то там. Бак или... Чё? Короче, не понял, но что-то, короче... Найди и уничтожь, очисти пещеру от этих самых индейк. И найди иллюминатор. Нет, конечно, там не было такого. И, наверное, опять надо найти всех своих друзей, я прав? О, я уже нашел Кайла. Так, Кенни. Так, там какая-то фигня стоит, ее можно будет взять, да? Стэн, чё ты сказал? Чё ты сказал, на? Ага. Over here, сюда, идиот. Так. South Park, так. Ну, что это такое? Toilet Plauncher. А, какой... это, короче, пушка, которая вантусами стреляет. Неплохо. Ну, тут, конечно, всего один вантус. Мне интересно, если я пальну им, что будет? Ну... Его забрать можно? Нет? Да, его можно забрать. Отлично, вантус можно забирать. Это просто замечательно. Так, идем опять к шефу. Потом туда. Открывай, сволочь жирная. Так. Шеф, эти индейки, что-то там задница, Стэн, где что-то Марксман. Заткнись, идиот толстый. Дети, дети. Что-то фокус, проблема в руках. Я, короче... Индейки, вулканы, ты, дети, вы, дети, индейки, все, короче. Я думаю, вы поняли из перевода, что надо сделать. Лично я не понял. Откуда ты снег берешь, Картман? Скажи мне, пожалуйста. Тут же нет снега, тут... Песок, по-моему. Так, матка, мамка. Индейкиным. Так, дайте хочу попробовать вантус. А, все? Или у меня еще есть вантус? Нет, нет у меня вантуса. А, нет, вот он. Так, я забыл уже свой суперудар. На. Чисто хедшот прописал. Вернись, сволочь. Опа, рикошетиком. Еще рикошетиком. Так, потише, то сейчас оглохну. Я хочу доиграть, прежде чем... Я хочу доиграть, прежде чем оглохну. Нифига себе, промазал. Тут фигово. Занюхни, сулявого снежка, скотина. Ну-ка. Занюхни. Ну-ка. Ах ты ж сволочь, увернулся, сулявого снежка. Но не до конца. Никто не увернется от моего сулявого снежка. Ах ты ж сволочь, прибежала прямо за ней. Еще одна прибежала. Тут, да.
Или где? Ах, я же говорю, тут. Они ждут, пока я отвернусь, а потом нападают. Как крысы из-за спины. Пошли вон. Так, куда? Что-то я запутался. Откуда я вышел? Куда мне надо? Так, тут я не был, раз мячики пропустил. Так, куда теперь? Туда. Опять ты! На тебе вантусы! Сулява снежка, попробуй! Попал? Нет? Нифига себе, как тебя рикошетит! Так, где вы? Ух ты, попал. А я убил босса или как? Блин, я босса убил или как? Нет еще, блин. Это хорошо, что я за ней пошел. Вернись, сволочь. Наконец-то. Блин, я так понимаю, их не надо нельзя допустить, чтобы они пробрались к дому шефа. Блин, я там свой вантус оставил, вот это фигово. Блин, далеко я отошел от пещеры. К началу вернулся. Блин, ща оглохну, вот серьезно. По идее, вантус должен быть... Блин, я сейчас почесал нос и потерял стрелочку. Потерял стрелочку! Заколебало. Так, где мой вантус? Слышите, твари, вантус, верните! Опять ты. На этот раз ты не уйдешь. Прямо в задницу попал. Вообще зачетно. Ну-ка. Кто хочет сулявого снежка? А, ты хочешь? Ну на. И ты хочешь? Ну на. Ты хочешь, но на. Ты хочешь, но на. Как же вы мне надоели. Блин, реально, снежок — это самое лучшее оружие. Вот... Встретите вы какого-нибудь гопника, киньте в него снежком. Блин, мне так неохота доставать мечи. Блин, сколько ж тут этих куропаток огроменных. Блин, мне скоро мечи закончатся, алло. Там еще одна. Да хорош, сколько вас? Да я уже дойду до туда или нет? Я устал с вами воевать. Имейте совесть. Хоть грамм. Хоть килограмм. О, мой вантус. Блин, нет, не мой вантус. Это просто вантус. Так, вообще стрелочка мне показывает туда.
Ну там ничего нет, так что я пойду туда. Ну, мост. Так, тут я, пожалуй, сохранюсь. Минуточку. Так, продолжим. Да кто там сзади? Как же мне надоели эти огроменные куропатки, вот серьезно. А в лоб не хочешь? Блин, память заканчивается, да хорош! Опять заканчивается память, да как же надоело! Вот серьезно. Чуть что, сразу память заканчивается. Каким образом? Ой, блин, как же не хочу заканчивать видео, но, видимо, придется, ребят. Вот серьезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, расскажите друзьям, уйдите, тупые курицы! И всем пока!